Веселая музыка, красивые наряды, яркое оформление. Сказочную атмосферу создали люди бизнеса, причем в самом широком смысле. И индивидуальные предприниматели, и частные компании, и сообщества. Например, «Опора России» и торгово-промышленная палата. Суть этой акции в том, что мы, предприниматели нашего Одинцовского округа, помогаем детям из малообеспеченных семей, детям-инвалидам и другим детям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации, получить новогодние подарки, получить сказку перед Новым годом. Фотозона, мастер-классы, праздничная программа. Ребят сюда приглашали со всего Одинцовского округа. Например, Галина пришла сюда по билету от Изумрудного города, куда водит на занятия свою дочь. Ну, пришли сюда, ожидаем что-то интересное увидеть. Какую-то сказку, героев интересных. Дед Мороза, ребенок подарка ждет. Наборы в подарок – особая гордость организаторов акции. В прошлом году таких собрали 1000, в этом уже 1200. Предприниматели доверяют координаторам акции, поэтому благотворительная помощь и растет. В себя входит замечательная игрушка, сделанная руками бабушек. Ну и, конечно, сладкие, замечательные подарки, которые мы фасовали руками своими и своих детей. И, конечно, письмо Деду Морозу с благодарностью, с вниманием и с любовью. Эта акция, если можно так сказать, сложно сочиненная. Кроме сообществ предпринимателей, активное участие в ней приняли и различные благотворительные организации. Вокруг этой акции объединяются и некоммерческие организации, которые помогают людям, которым нужна помощь. Да? И вот это вот объединение как раз, когда мы вместе с сообществами делаем сказку, и называется «Сказка в дом приходит». Такая сложная идея оказалась все-таки жизнеспособной. В этом году акция прошла уже в 5-й раз. Как подчеркивают организаторы, никто никого не принуждает. Предприниматели сами вкладывают деньги, потому что этого хотят. И пока желание есть, акция будет продолжаться. Тимур Гайсин, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцово».